Привет всем! Сегодня видео о покупочках одежды. Я давно не снимала такие видео, и у нас сегодня так жарко, что я сижу в одной майке. И это домашняя майка, домашняя одежда. Я недавно приобретала в Калиопе. Я очень люблю этот магазин только для домашней одежды. Зенис, я тоже очень люблю этот магазин для каких-то домашних вещей, для белья, для купальников, к примеру. Также я приобретала там очень много белья, я снимала эти кусочки, если будет возможность, я их вставлю, но не факт. В последнее время перестала носить и покупать белье с чашечками. Больше на купальники похожий такой фасон, без чашечек, одна ткань, и это просто супер. Не пережимает, не передавливает нигде ничего, никакого дискомфорта. Такое ощущение, как будто я просто вообще без ничего. И это выглядит красиво. Также у меня есть один топ из Be Free. Я его приобретала тоже для каких-то таких вещей, которые открытые очень. Которые без лямочек каких-нибудь, либо очень длинные вырезы вот здесь. Также я не прошла мимо платьев. У меня была этим летом какая-то платьемания. Они все разные. На меня это, конечно же, не похоже. Также у меня было приобретение купальника, и приобретала я его для того, чтобы иногда скрывать свои какие-то недочеты фигуры, это раз. Но также я его приобретала для каких-то таких подвижных отдыхов, экстремальных где-то. Любого отдыха я советую брать два варианта купальника. Открытый, для того, чтобы загорать, красиво купаться, красиво выглядеть. И второй вариант — это совместный купальник. Он должен быть просто обычным, чтобы в нем было удобно. Также я для отдыха приобретала две вариации шорт. Я приобретала джинсы. Я их приобретала уже давно, еще до лета. Они актуальны как и весной, так и осенью. Две модели, которые мне очень нравятся. Они опять же от моей любимой марки. Последнее, что я хочу показать, это две верхние одежды, которые я приобрела буквально недавно. У меня был кардиган, который я хотела также вам показать. Этот кардиган присвоила моя сестра. Я часто, кстати, во влоге в нем была. И мне пришлось искать замену. Это два варианта таких легких. Now, all we have to do
что хочу показать, это обувь. Новинки. Пишите в комментариях свои впечатления. Также пишите, какой ваш любимый магазин. У меня уже затекла нога, и она очень болит, поэтому я буду с вами прощаться. Мы с вами увидимся в следующем видео. И всем пока!